Каспийской гимназии номер 7 состоялся урок разговора о важном, который проходит в образовательных учреждениях города каждый понедельник. Они проводятся с целью формирования у школьников любви к родине, гордости за свою страну и патриотизм. Так, темой сегодняшней встречи стал вопрос об избирательном праве. При помощи игр и театральных постановок организаторы мероприятия смогли объяснить ребятам важность голосования. Я пришла, чтобы проголосовать за своего папу. А зачем ты будешь голосовать за своего папу? А он сказал, что если будет депутатом, то будет приносить домой много денег. А традиция – это то, что объединяет. Сколько тебе лет? 12. А тебе папа не говорил, со скольких лет можно голосовать? Нет. Мала ты еще для голосования. Подрасти немного, тогда и приходи, поняла? Поняла. Отметим, что в проведении урока разговора о важном приняли участие глава города Борис Гонцов, председатель территориальной избирательной комиссии Лина Перцева и директор Каспийской гимназии номер 7 Магомед Магомедов. Каждый из них также разъяснил важные детали, на которые стоит обращать внимание для будущего голосования. Я бы хотел обратить внимание ваше на этот плакат и вот на те девизы, которые здесь написаны. И самое главное, считаю, на мой взгляд, это вот... Вот это здесь. Я гражданин России. Каждый из вас гражданин России. И отсюда вы можете почитать и руководствоваться своей дальнейшей жизнью. Вскоре для школьников провели тайное голосование, где им пришлось выбрать участок школы, в котором пройдет реконструкция. Недолго думая, каждый ученик сделал свой выбор и отправил бюллетень в переносный избирательный ящик для подсчета голосов. В результате голосования побеждает спортзал. 24 голоса, новая столовая, 8 голосов, новый кабинет библиотеки, 6 голосов. Итого мы хотим увидеть новый спортзал. Стоит подчеркнуть, что проект разговора о важном запущен Министерством просвещения Российской Федерации в 2022 году.